Сегодня президентом дано поручение Министерству труда и социальной защиты вместе с Министерством здравоохранения выстроить систему долечивания, восстановления здоровья отдельных категорий граждан. Это какие граждане? Непосредственно особо уязвимая категория граждан. Это пожилые люди и люди с инвалидностью. Министерство труда и социальной защиты сегодня имеет достаточно хорошую базу санаториев именно для пожилых людей и для инвалидов. Высокая материально-техническая база и, прежде всего, безбарьерная среда, сегодня, которая создана в этих санаториях, позволяет действительно предоставлять такие услуги по оздоровлению, санаторно-курортное лечение. Особые акценты внимания, бесспорно, будут уделены пожилым людям, которые одиноки, одиноко проживающие, у которых рядом нет близких, которые могли бы им оказать соответствующую помощь. Вместе с Минздравом мы сегодня отрабатываем, действительно делаем экспертную оценку потребностей, сколько непосредственно потребуется мест нам для прохождения вот этого оздоровления для пожилых людей.